свет-то тут включать нет. Сегодня у нас 20 июля 16 года, среда. Вот я пришел к бабе Наде. Вот она. А это ее контингент. Ну еще, довольны? Да. Хорошо у бабы? Да. Вы поели уже? Да. Поели. А во сколько встали? В 6. Не по лагерному. Я уже прохожу, а то знаю где. Баба, во сколько встали? 7:10 они встали. 7. Да. Разница есть? Уже хотя здесь они вставали в 6, правильно. Но небольшая разница. Так, ну как спалось-то? А мы с Фросей ночевали. Погромче. Мы с Фросей не здесь ночевали. Они ночевали у Любы. Она их взяла, а девочки у меня. А как же одеяло сушишь-то? Кто-то, кто на него мочился? Соня. Да, это ихнее одеяло, я укрыла их. Ну, хоть ихнее, но одеяло в лагере-то этого не было. Почему? Ну, не знаю. Почему? Ну, ответ надо искать. Почему? Видите, мы говорили, вечером много не давать жидкости. Она совсем не пила жидкость. Они ничего не пили, кроме как только кашу съели и все. Что еще? Кашу и все съели. А, они салат еще ели. Что, от салата может быть? Ну-ка я поговорю с вами. Вы утром-то как, молились в лагере здесь? Здесь по-другому молятся или как? Так. Меньше или больше? Больше, скажи. И слушали Евангелие при том. Считали Евангелие, да? Да. Считал вот на... так. Ну-ка иди сюда. А на качелях-то качаете здесь? Качели-то у вас тут рядышком? Они качались на качелях, когда дождик, они сидят здесь. Аккуратно там. Ну еще расплетать надо? Ну, ну давайте. Это опять развяжется, и она опять лохнет. Давай, расчешите. Только в одном месте, чтобы собрать волос, нигде не падал. На каком-то вон половичке, и чтобы можно было выбросить, похлопать. Ну так, что вам? Где на, лучше-то? Улица. А, Вика. Ну-ка, иди сюда. Тут и там. Где лучше, в лагере или у бабы? Ну, у бабы Нади и в лагере. Ну, а где лучше-то? Где интереснее? Ну, в лагере. В лагере, конечно, все говорят так, в лагере. Там четко была граница между едой, сном, игры. Здесь этого ничего нет. Ну, цените то, что есть. Здесь удобно, что вы много можете научиться шить, заботиться о себе. Телефон! Ну-ка посмотрим. Что а смотри, какие платьицы шили, а? Надо, Надя. Да, от... Говори. 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 Кого? Это хорошо. Там уже одна машина была, ждут. Там наша рабочая. Никого там больше нету. У вас-то как дети там? Алло. Полная машина прошла людей. Приехали в лагерь. Ищут. Так что носа не показывайте. Закройтесь, забейтесь. Я и так им говорю, сидите. Никуда не выходите. Ну, читали мы здесь. Они читали им вон... Оленька читает книгу, Евангелие от Иоанна читает. А, от Марка и от Луки сегодня слушали. Понятно. А читал нам Игнатий Тихонович. А? Игнатий Тихонович читал, а мы слушали. А, вы слушали запись? Да. Понятно. Что они там делают? О, красоту наводят. Ой-ой-ой. Ну, конечно. Да у каждой прислуга
да плетет косы. Вот тебе и лагерь. Они без лагеря-то еще лучше тут. А откуда помидоры у вас такие твердые? Из города? Это Володя принес вчера. А? Володя вчера принес. Салат вчера делали и сегодня. А какой Володя? Ну, ваш воспитатель. А, она, оказывается, помидор поела. Вот почему. А помидоры как раз мочегонные. Ну, надо как-то приспособиться, чтобы этого не было. На улице идет дождь, сушиться негде. Да. Ладно. Я пойду домой. Никому не открывайте. Хорошо. Сидите, заперте, молитесь Богу. Я полно еще. Все, я пошел. Мне тут больше делать нечего. Видно, что у вас тут все хорошо, дети веселые. А вы не лагерная. Лагерь закрыт уже 2 дня. Вы просто в гостях у бабы Нади. И все остальные. О, какой новый платье. Это длинное, да хорошее. А только в церковь ходить в таком. Честно, что ли? Ну, вы Валентину Николаевну-то вспоминаете? Вы видишь, какие платья мы нашили в честь ее? Все 14 юбок, 3 платья и 1 сарафан. У кого? Ну, из ее материала шли, из Валентины Николаевны материала шили. Вот. Видишь, какие? Иди кофточку там найди, надень ей. Идем кофточку оденем. Понятно, пойду я домой.